Під прицілом останнім часом все більш популярними стають стрілецькі види спорту. Вчать тактичній стрільбі і у Запоріжжі. Як стати успішним спортсменом та що представляє собою такі тренування, знає наша Мар'яна Сарапій. До початку тренування стрілки готують зброю, чистять карабіни та заряджають патрони, після чого починається стрільба. Інструктор Андрій Просіков більше року займається стрілецьким спортом. Для нього це не просто хобі. Стрільба – це, мабуть, якийсь стиль життя, кредо, що заставляє рухатися вперед, самосовершенствуватися, йти вперед. Прийшов на заняття і Дмитро Хімченко. Чоловік рік займається таким видом спорту. Відвідує тир тричі на тиждень. Каже, стрільба допомагає розвинути в собі певні якості. Метод від спорту розвиває цілеустремленість, реакцію, видержку. Ну і бажання досягти якогось результату, якщо ти хочеш займатися як спортом. Аби стати справним стрілком, слід постійно тренуватися. Саму зброю зберігати треба тільки в сейфі і завжди розрядженою. Початківцям слід пам'ятати про правила поводження з карабіном. Завжди контроль спускового крючка, завжди потрібно соблюдати направлення ствола, завжди потрібно дивитися, куди ти наводиш прицел. Зараз спортсмени готуються до стрілецьких змагань. Мар'яна Сарапій, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Наш гість – віце-президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Олександр Котяхомий. Вітання, пане Олександр. Добре. Розпочати нашу бесіду я хотів би не зовсім із спортивної тематики. Зараз в Україні більш ніж просто багато незареєстрованої вогнепальної зброї. Ми знаємо причини цього, і в тому числі через велику кількість нелегальної зброї. Населення прагне певною мірою убезпечити себе, купуючи офіційну зброю, реєструючи її. Але, на ваш погляд, що має знати насамперед людина, яка збирається придбати та зареєструвати вогнепальну зброю? Вопрос, в принципі, понятен. Смотрите, для приобретения оружия необходимо получить соответствующее разрешение в МВД. Ничего сложного в этой процедуре абсолютно нету. Человек должен прийти в свой отдел лицензионно-разрешительной системы. Это может быть районный отдел, райотдел милиции, если это гладкоствольное оружие, так называемые дробовики, либо областная разрешительная система, если это наездное оружие, либо пистолет травматического действия. Собрать пакет документов, не очень большой, медицинские справки, курсы из тира о том, что человек прошел обучение по обращению с оружием, проплатить официальные платежи, написать заявление, и в течение месяца он получит на руки разрешение. Также он должен получить рапорт участкового о том, что у него дома все хорошо, там есть сейф, там соседи там не считают его дебоширом и так далее. После этого он ждет определенный срок, получает разрешение и может приобрести оружие легально в любом оружейном магазине, либо у другого владельца. Как таковые специальные знания можно получить при прохождении курсов, там, где дадут базовые знания о оружии в принципе. Но для того, чтобы после этого полноценно им владеть и развиваться, естественно, нужно тренироваться, как и с любым другим видом. А ось цих базових знань достатньо для того, аби мати зброю і щоб ця зброя, знаєте, як кажуть, раз на рік не вистрілила? Ну, чи часто взагалі серед власників зброї трапляються ненавмисні самостріли? І які правила має знати власник ось вогнепальної зброї, аби не допустити цього? Ось достатньо цих вводної інформації для того, аби... Я понял вопрос. К сожалению, смотрите, на текущий момент у нас система курсов по обращению с оружием является еще пережитком из советских времен. Соответственно, очень много времени прошло и очень многое устарело. Поэтому, в принципе, если человек вменяемый, он спокойно все это оформил и получил, как бы он не будет этим оружием размахивать, является владельцем оружия, так же, как владельцем автомобиля или молотка, например. Это просто инструмент, сам по себе он не стреляет. Для статистики могу сказать, на 2 с лишним миллиона владельцев оружия в Украине, да, разного, наездного, гладкоствольного, травматического, у нас за 2015 год было, если я не ошибаюсь, 47 несчастных случаев. В качестве сравнения, да, автомобили в Украине у нас около 4000 смертей за прошлый год. То есть автомобилей гораздо больше, смертей тоже больше. Оружие вроде как и меньше, но соотношение получается 2 к 2000, а там 200.
2000. То есть очень большая разница. Поэтому, в принципе, само по себе уже безопасно. Но, опять же, если человек захочет им воспользоваться в критической ситуации, нужно обучение. Все банально. А умовы хранения, зберігання зброї, все ж таки сейфи, боронь Боже, ключі від сейфу знайде ще дитина, ну це ж конечно, напевно, все, конечно, це треба враховувати. Абсолютно розумно, да. В першу чергу це сейф, і він має бути закритий, звісно, доступ до нього має бути тільки у владельця, але це якби перша чергу фізична защита, да, уже. А все одно все в голові. Тобто у вас є ребенок, ви його виховуєте, ви його учите не засовувати пальці в розетку, да, не тикати себе ножом кухонним, і ви повинні навчити його те, що оружие вам трогати без взрослих не може. Все банально. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, хто зараз має право на володіння вогнепальною зброєю? Ну, дуже багато дебатів, я пам'ятаю, свого часу було навколо дозволів, які видавалися представникам громадських організацій. Зараз, що маємо зараз? Хто може офіційно мати та носити при собі вогнепальну зброю? Смотрите, оружие ділиться на три види. Да? Травматическое оружие – это пистолеты, которые стреляют резиновыми пулями, так называемые в простонародье. Гладкоствольное оружие – это дробовики, оружие для охоты, либо для самозащиты. Чаще всего покупают его именно для этого. И наездное оружие – это карабины и винтовки. Для покупки оружия достаточно возраста 21 год и сбора всех необходимых разрешений, ну, документов, о которых я говорил, справки и так далее. Для наездного карабина лимит возраста 25 лет и, соответственно, те же самые документы. То есть нет никакого стажа от сначала гладкое, а потом наездное. Этого нет. Для травматического оружия ситуация несколько более сложная. Легально им владеть могут представители, скажем так, ну, журналисты, да, представители СМИ, помощники депутатов, судьи, чиновники определенных госрангов, военнослужащие и члены общественных формирований по охране общественного порядка. То есть любой гражданин в стране не может просто пойти и купить себе травматический пистолет. А ваше ставлення до ініціативи надати широкий доступ населенню до нарізної зброї? Ну, про це дуже багато говорять політики у стінах Верховної Ради, про це говорять правоохоронці. Я хотів би почути вашу власну думку. Ми говоримо про нарізне, короткоствольне вже, про пістолети, правильно? Тобто то, що буде вмісто травматичного оружия. Моє мнение позитивне, строго, собственно говоря, я і мої колеги-юристи з нашої федерації є розробниками цього законопроекту, в тому числі у нас велике кількість клубів по всій Україні, які вместе його робили. По сути, на текущий момент мы имеем такую ситуацию. Преступник вооружен, может легко достать нелегальное оружие и применить его против гражданина. Гражданин же может защищаться только травматическим оружием, которое неэффективно, реально неэффективно, то есть по сравнению с боевым оружием. Либо иметь дома, да, на хранение дробовик, либо карабин. То есть законопослушный гражданин является потенциально менее безопасности, чем нападающий на него преступник. Он не может ничем защититься толком. Поэтому пистолеты короткоствольные – это плюс. Банальная ситуация, да, девушка не может дать отпор насильнику с помощью травматического пистолета или газового баллончика, их может быть несколько и так далее. По статистике наших, скажем так, зарубежных коллег, те же США, то есть женщины, люди пожилого возраста очень часто себя защищают с помощью оружия от молодых нападающих бандитов. Поэтому минусов я не вижу. А все ж таки, на ваш погляд, на скільки відсотків може гарантувати людині безпеку наявність вогнепальної зброї, якщо злочинець нападає озброєний? Да. То ну, понятно, не, да, є то... же, не є ж ви гарантію, що якщо у тебе також є зброя. Абсолютно з вами согласен, но смотрите, да, є така фраза одного із основоположників практичної стрільби. Иметь піаніно і считать себе иметь пистолет, считать себя стрелком, то же самое, что иметь піаніно і считать себя музикантом. То есть совсем нужно уметь учиться обращаться. То есть кто-то ходит на курсы самообороны без оружия. Если вы купили себе пистолет, нужно заниматься и развивать навыки, допустим, его использования. Да? То есть все банально. В любом случае, обороняющийся всегда не имеет преимущества, нападающий всегда имеет преимущество. Но в нашей стране преступник зачастую знает, что жертва не вооружена, поэтому смело идет на дело, скажем так. Да? Если бы у нас была уже позитивная статистика и люди самооборонялись оружием, то есть преступник мог бы три раза подумать перед тем, как вообще, а стоит ли туда идти, да? Грабить там эту квартиру, если там могут его выстрелить или нападать на человека на улице. За кілька хвилин ми повернемося до нашої бесіди. У нас на черзі огляд соцмереж. Я нагадаю, в нашій студії віце-президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Олександр Котяхов. Нагадаю, наш гість – віце-президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Олександр Котяхов. Пане Олександре, з якою мотивацією зазвичай приходять люди, які бажають займатися прикладною стрільбою? Ну, последние два года, да, из-за обстановки на востоке страны, конечно, большое количество людей появилось, которые приобрели оружие для того, чтобы защитить себя в случае опасности. Это примерно две трети, наверное, тех, кто приходит. Еще треть – это люди, которых интересует этот спорт как сам вид спорта, то есть для саморазвития.
Дві третини, які приходять виключно для того, аби отримати навички для самооборони, да, чи да. не забагато, на ваш погляд? Ну, ми смотримо реально на происходящее в стране, да, то есть в любой момент мирный город может стать совсем не мирным, и, как показала практика происходящего на Востоке, далеко не всегда правоохранительные органы смогут защитить или вообще не перейти на сторону, скажем так, да, агрессора, то есть поэтому в первую очередь люди привыкли рассчитывать только на себя и своих близких. А серед озброєння це зазвичай карабіни? Больше карабинов стало. Раньше было больше ружья, сейчас больше карабинов. То есть потенциально, знаете, когда ружье покупают для защиты дома, поскольку как бы там, ну, один-два нападающих, а сейчас из-за обстановки в стране в основном берут карабины. А для того, щоб займатися цим видом спорту, потрібно проходити певну перевірку, чи перевірка під час отримання зброї вже все вирішує повністю? Да, смотрите, тут якби така процедура, вона не формалізована, но все же человек получает разрешение на оружие, то есть он уже получил все разрешения от психиатра там, и так далее, скажем так. Да, после этого он приходит к нам на тренировки, мы присматриваемся к нему, к нам, либо в другое, любое отделение, подобное нашей федерации в других городах. Присматриваемся к нему, как бы, если человек адекватный, это видно сразу, он занимается, никаких проблем нету. Если человек неадекватный, мы говорим ему до свидания сразу, но на моей практике за 4 года был только один такой человек, и все. Наскільки популярною є прикладна стрільба як спорт? Ну, не надто часто доводиться чути про проведення змагань. Да, смотрите, прикладна стрільба у нас активізувалась більш-менш так останні 3 года, пожалуй, до этого больше упошел на практическую стрельбу. В принципе, они отличаются не очень сильно, казалось бы, да, но поэтому отличие концептуальное. Практическая стрельба и прикладная стрельба объединяют вместе то, что нужно максимально быстро поразить мишени из мощного оружия. Но в практической стрельбе мы можем не прятаться от мишени, упрощенно говоря. То есть увидел мишень, не стреляешь. В прикладной стрельбе нужно стрелять только из-за укрытия, заряжаться за укрытиями, ну и подобные действия выполнять. То есть более приближенная к реальности, скажем так, вид стрельбы. По большему счету, популяризация как таковая проводится последние 2-3 года. Сейчас активно представители, допустим, подразделения новой полиции занимаются этим. Наши инструкторы нашей федерации подготовили инструкторов новой полиции, которые готовят своих коллег, да, патрульных, и повышают их уровень профессиональной подготовки. И, соответственно, проводятся чемпионаты между полицейскими. Среди гражданских стрелков, да, это владельцы гражданского оружия. Ежегодно проводится чемпионат Украины по карабину. Был уже проведен один чемпионат Украины по ружью. В следующем году будет многоэтапный чемпионат по всем видам оружия. То есть рост определенно наблюдается. Власне, чи можемо ми пишатися спортсменами, я говорю саме про спортсменів, які здобувають перемоги, ну, не лише на українському рівні, можливо, на міжнародному, на міжнародній рівні? Смотрите, да, прикладна стрільба на текущий момент розвивається активно на території України непосредственно. Пока еще на, скажем так, за границу мы не вышли, но как раз на 17-й год есть планы провести соревнования в Польше, если получится, то в Молдове. На закордон ми не вийшли, тому що просто поки що фізично не встигли, чи тому, що, ну, є певні складнощі, певні труднощі? Ні, це фізично не встигли, це просто молодий вид спорту, він тільки-тільки бере своє оборот, по більшому счету. За кілька хвилин ми повернемося до нашої бесіди. У нас на черзі нетривала реклама, не перемикайтесь. Нагадаю, наш гість – віце-президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Олександр Котяхов. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як зазвичай проходять змагання? Смотрите, якраз хороший вопрос в связи с современными реаліями и технологиями, скажем так. То есть обычно на стрілкових форумах, это такие места, да, где находятся, ну, где стрілки обмінюються інформацією, об'являються дата и место проведения соревнований, люди регистрируются на эти соревнования в ручном режиме, как бы, и после этого в назначенную дату все собираются, начинают, собственно, непосредственно само мероприятие. Да? Эта система немножко, на мой взгляд, устарела, она не совсем удобна. Вот сейчас, хотел сказать, запорожский стрелок из нашей федерации, да, Игорь Косановский, запустил аналог, скажем так, социальной сети для стрелков The Gun Club, которая позволяет гораздо более удобно регистрироваться на соревнования, и гораздо более обширное количество стрелков, скажем так, сможет увидеть как сам процесс в перспективе прохождения соревнований, так и результаты их в мгновенном времени. То есть как бы не нужно там ждать, пока появятся эти результаты, они появляются сразу. То есть технологии тут тоже идут вперед, скажем так. В принципі, от по соревнованиям. Запорізькі стрілки на тлі інших жителів, інших спортсменів з інших регіонів, як виглядають? Ну, у нашей стрелки, собственно говоря, именно в прикладной стрельбе являются чемпионами Украины золотыми и серебряными по трем прошедшим соревнованиям. Также хорошо стреляют ребята из
Киева, Боисполя, Днепропетровска, Одессы. То есть, как бы это хорошие опытные стрелки. Практически все стрелки в прикладной стрельбе – это люди, которые до этого занимались какой-либо другой стрельбой. Либо, ну, чаще всего практической стрельбой, то есть более спортивной, скажем так. А потом перешли в этот вид как более актуальный и интересный. Насколько дорогим можно вважать цей вид спорту? Он не дешевый, это однозначно. То есть вам нужно купить оружие и тренироваться, для этого нужны патроны. Скажем так, минимальная цена, да, входа в этот вид спорта – это покупка ружья, оформление разрешения, покупка ружья. То есть это самое дешевое сейчас 5-6 тысяч гривен, плюс патроны, которые стоят там по 7, 8, 9, 10 гривен за выстрел. Хорошая тренировка – это минимум 40 выстрелов. Но это тренировки бывают со стрельбой и без стрельбы. Без стрельбы – так называемое холощение. То есть в основном те люди, которые не могут себе позволить много стрелять, много холостят, ну, дома, либо на своих стрельбищах там, и так далее, потом стреляют и уже в процессе соревнований, скажем так, удосканаливают свои навыки. Говоришь про процесс подготовки. Сколько тренувань має бути, аби людина підтримувала себе в належній формі? Як часто вони мають відбуватися? Смотрите, в идеале это одна тренировка в неделю под контролем тренера и много самостоятельной работы дома. То есть тренер смотрит, как человек развивается, дает ему программу для дальнейших занятий, человек занимается холощением без стрельбы, и потом на следующей тренировке опять проводим контроль навыков и знаний и двигаемся дальше. Як і де спілкуються, власне, спортсмени? Ви вже так трохи згадали, є форум, але, можливо, є і інше спілкування? Да, ну, в основному все йде через інтернет, а так по місту на тірах і стрільбищах, звісно, то есть там, де непосередньо проводиться стрільба. Яку реальну користь, ось саме реальну, може принести людині заняття ось прикладною стрільбою? Ну, смотрите, в першу чергу, це улучшення своїх черт характеру, на мій взгляд, це більше спокійствие, то есть хороший стрілок, він завжди немножко отрешен, соответственно, контролирует себя отлично. Лучший контроль в жизненных ситуациях, то есть человек, который является владельцем оружия, гораздо более ответственный, поскольку понимает, какие могут быть последствия. То есть 90% бытовых ситуаций никогда не приводят к какому-то конфликту, потому что человек знает, что он может сделать что-то, скажем так, и этого не делает, ну, как бы, обладая уже знаниями, да, он не будет этого делать. То есть каких-то конфликтных ситуаций почти не бывает. Кроме этого, физическое развитие, естественно, поскольку оружие само по себе тяжелое, нужно перемещаться, бегать и так далее. Скорость реакции тоже значительно повышается. Ну, власне, хотів запитати про найголовніші якості, які повинен мати успішний спортсмен, що займається прикладною стрільбою. Так, але ви їх озвучили. І, напевно, останнє запитання. Трохи вже так торкнулося ми цієї теми, але як часто спортсменів, які займаються прикладною стрільбою, запрошують у якості консультантів військовослужбовці або представники спецслужб? Ну, смотрите, вот для понимания, большинство инструкторов нашей федерации с началом военных действий на Востоке тренировали по всей стране военных бесплатно, я и мои коллеги не исключение. То есть это огромное количество воинских частей, я писать их не буду, с которыми мы проводили занятия. Вот у нас Запорожье 55-я бригада, например. Плюс регулярная работа с сотрудниками новой полиции. То есть практически все инструкторы, кого я знаю, они все занимаются на волонтерских основаниях подготовкой военнослужащих и ну, полицейских и силовиков других. Скажите, как много в этом спорте женок? Где-то соотношение 1 к 10, может быть, 1 к 9. А можно сказать, что человек однозначно сильнейший за женку-спортсмена, которая занимается? Нет, и однозначно есть примеры и на украинском, и на мировом уровне, говорящие об обратном. То есть тут реально все зависит только от саморазвития человека. Дякую вам, шановні телеглядачі. Нагадаю, нашим гостем був віце-президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Олександр Котяхов. Дякую вам ще раз, пане Олександре. Ну, а у нас на черзі новини спорту.